Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу последние новости из вселенной Аватара. А вы мне напишите в комментариях, получится ли у второй части Аватара повторить успех первой части. Джеймс Камерон поистине новатор. Он законодатель моды. С его Аватаром пришел новый виток 3D-фильмов. Кинотеатры специально обновились. После выхода этого фильма теперь в каждом есть 3D-зал. И просто каждый фильм выходит в двух вариантах. 3D и в обычном. Это была фишка первого Аватара. А вот какая фишка будет в сиквеле, узнаете дальше. О продолжении первой части стало известно еще до выхода основного фильма. Но премьера постоянно откладывалась, и выход второй части сместился на целых 8 лет. Причина этого кроется в том, что последующие аж 4 части снимались одновременно. Из интервью Джеймса Камерона стало известно, что съемки завершены, при этом рабочее название второй части – «Путь воды», а третьей – «Носитель семени». Странное название, но это же, я предполагаю, «Носитель семени Эйвы». А вы как считаете? Что касается сюжета второй части, то события происходят через несколько лет. На тот момент у главных героев уже есть 8-летняя дочь. Одна из самых важных сцен – это сцена ссоры между главными героями, свидетелем которой становится эта маленькая девочка. На мой взгляд, это и даст толчок для развития сюжета. Кроме того, со слов Камерона можно сделать вывод, что главного героя Джейка ожидает довольно много сложных, тяжелых моральных выборов. События, по большей части, будут происходить в подводном мире Пандоры. Но это еще не все. Существует предположение, что Камерон совместно с компанией Disney разрабатывает идею сериала, действие которого будет происходить между первой и второй частями. Напишите в комментариях, пошли бы вы на вторую часть в кино? Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!